пришла пора заняться клубничкой. Вот так до начала обработки выглядит моя посадка клубники. Это посажена была осенью из усиков, которые я укореняла в стаканчике. Вот так она сейчас заросла. Что нужно сделать? Разрослись кусты, мощные стали. Вот сейчас нужно посмотреть, все старые листики срезать и удалить усы обязательно. Потом я все это взрыхлю, полью, и нужно будет обязательно клубничку подкормить, подготовить ее к следующему плодоношению. Привела в порядочек грядку, очень много усов. Проверила, больных листиков нет. Единственное, что мне показалось, середка слабо окрашена. Вот я развела птичий помет. И сейчас палитру. Так. Палитру под каждый корень буду поливать. До середины июля, до середины лета можно еще делать такие подкормки. Потом фосфорно-калийными нужно будет.